Андрей Андреевич, у меня к вам огромная просьба. Всех, кому рассказываю, вас хотят стать вашими учениками, но у большинства есть сложности при обретении ступени, так как они еще не понимают, что за продукт им сложно выделить из бюджета сумму. Можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику нашей школы? Итак, первое. Я не буду сейчас выкладывать первую ступень бесплатно, пока этого возможности не будет. Второе, если люди не хотят приобретать ступени, есть огромное количество информации, которая выложена в бесплатном доступе в YouTube, на моем YouTube-канале, там около, наверное, 300 вебинаров бесплатных, есть целевые видео, там магии денег, какие-то обряды и так далее, пусть они это все слушают и приобретают. Можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику? Конечно, данный сайт был сделан не для учеников школы конкретно, а для всех людей, кто хочет заниматься эзотерикой, магией, оккультизмом. Все это было создано для, как магазин, наверное, сувениров.